Всем привет! Сейчас решила убраться у малышей и хочу показать вам, какие у меня ампуляшки. Вот от розовых. Это, конечно, не все. У меня есть еще голубые. Может быть, в следующий раз и их покажу. Но часто задают вопросы, что значит розовые. Ну вот, смотрите. Здесь у меня чернички и розовые ампулярии. Вот так они выглядят. То есть розовая ракушка, белая ножка. А это чернички. Вот такая красота. На самом деле очень-очень красиво. И очень эффектно они смотрятся в воде, в аквариуме. Голубые тоже очень интересные. У них серая ракушка такая. И тоже, в принципе, как у фиолетовых, такая же ножка. Я просто поставила небольшой еще эксперимент в плане развития. Так вот, эта четверка с половинкой, да, это крохом, как бы вот так вот мало развивается. Ой, смотрите. Вот, просто в 3-литровом баллоне. Меняю раз в 3 дня воду. И вот такой рост. Очень быстро развиваются. Развитие замечательное. То есть я считаю, что подмена воды, много кальция и чистота – это залог успеха с ампуляшками. Вот. Ну вот, что хотелось показать, рассказать. Ну, такие чернички. Здесь, конечно, не совсем тот свет для черник, потому что они немножко другого оттенка, сама ракушка, но зато розовую видно. Сейчас попробую перенести. Чуть-чуть поменяла свет, и есть вот такая, такой отлив у черник. То есть, ну, видно разница, что они именно как чернички, как ягодки чернички лежат. И на самом деле в аквариуме такой вот черничный оттенок. И вот розовая. Вот. В следующий раз покажу. Постараюсь показать голубых. Голубых. Ну вот держу, они двигаются и, соответственно, меняется цвет. И у розовой тоже улиточки. Вверху вот видно ножка. Ножка чернички. Вот такая красота. Все, пока-пока. На сегодня то, что я хотела вам показать.